Перейди к корпусу. Вариант номер один. Раз, два, три. Зачем? В реальности. Начинает сопротивляться. Едва интеллигентный человек является в группе. Это будет обязательно. В любом случае, когда противник не поддается, а сопротивляется, возникает некий хаос. И вы оказываетесь в ситуации, в которой... А тренер не показывает. А эту страницу учебника не читал. Я не могу на тренировке воссоздать все ситуации. Это невозможно физически. То есть два человека могут оказаться в таком положении, которое на тренировке не отрабатывают. Я не знаю, что делать отсюда. Думать я, скорее всего, не буду в такой ситуации. Придумывать новый прием на ходу не получится. Но есть принципы. Да? Техники могут не сработать. Принципы работают. У меня главный принцип, я хочу быть позади пистолета. Смотреть на него с этой стороны. Второе. Я не хочу смотреть на него сюда. То есть, что бы я ни делал от себя. Не вот так. Не вот от себя. А еще лучше на него. Тогда я точно не перемогу. Да? Самый простой способ дополнить на противника. И третье. Я хочу его забрать. Что бы я ни делал. Если вы начали выполнять прием, он начал сопротивляться, вы где-то, не знаю, упали. Воспользуйтесь, колено на голову, колено сюда. Но я позади пистолет, я направляю пистолет на него, я забираю, все работает. Может быть такая ситуация. Чего я не хочу делать в такой ситуации, если сработают спортивные рефлексы, я как-то видел, когда чувак делал вот так. Это было очень прикольно, у него сработал рефлекс, он пошел на отбор. Это болезнь. Это серьезно? Если у вас есть такие рефлексы, старайтесь их подготовить.